Сегодня обсудим измененный тайминг выпадения золотых ящиков, расскажем о новой модели управления танками и анонсируем безумную акцию на выходные. Привет, танкисты! И сразу переходим к новостям разработки. Мы уже упоминали в прошлом видеоблоге про уменьшение задержки между сиреной и выпадением голда. Проведя тест на праздниках и посчитав все, в итоге мы остановились на 10 секундах. Так не все успеют найти точку сброса. Все верно, не все. Так не успеешь переодеться в диктатор. Да, не успеешь. Так и должно быть. Голд — это случайный бонус. Одному, двоим, троим танкистам повезло, они оказались рядом, и кто-то один поймал. Счастье! А когда вся карта перестает играть, переодевается, собирается на точки, устраивает кучу малу, голд все равно достается одному игроку. А после этого нужно еще переодеться обратно в боевое. Все это мешает главному, собственно, ради чего создавалась игра — самой игре. А бонус пускай остается бонусом. Привет! В прошлые выходные прошел открытый тест измененного управления танком, который дал интересные результаты. Благодаря нашим наблюдениям и вашему фидбэку мы поняли, что такое поведение танка подходит не всем корпусам. В итоге мы решили оставить старое управление Хорнету, Викингу и Диктатору. А Васп, Хантер и Тяжи получат новое. Это дало корпусам внутри классов еще большее отличие друг от друга. Например, Хантер стал стабильнее, а с Васпом проще управляться. Также на следующей неделе в игре появится новая карта «Пригород». Она только для новичков, только для режима ТДМ и только в стандартных битвах. Карта будет добавлена в качестве эксперимента, пока о расширении званий говорить рано. Расскажем в следующих выпусках. Безумные выходные возвращаются. Давненько их не было. В эти субботу и воскресенье вам предстоит набивать киллы. Нормативы привычные. За 400 киллов получаете 3 контейнера. За 800 киллов 5 контейнеров и 3 дня премиум аккаунта. И приз за 2000 уничтоженных танков, 10 контейнеров, 5 дней према и краска глюк из последней пачки добавленных. Также участники безумных выходных, набившие 800 и более фрагов, участвуют в розыгрыше 2 танков мечты. А чтобы крушить вражеские танки было веселее, оба дня в игре будут двойные фонды и скидки. 25% на магазин в субботу, 25% на гараж в воскресенье. Также в воскресенье улучшения будут особенно выгодными. Шаги за полцены и минус 70% на ускорение. Напоминаем, все правила безумных выходных и двойные фонды распространяются только на стандартные битвы. Вызов! На прошлой неделе мы дали вам довольно замороченное задание на стадионе и обещали повышенный приз команде, которая первой повторит трюк. Первыми видео прислали эти ребята, но они в конце доехали до базы. Не засчитано. А эта команда сделала все как надо. Встречаем победителей! Макс, Меркириэл, Офф и Дракон получают 200 тысяч кристаллов и 100 контейнеров на команду. Молодцы! Для следующего выпуска снимаем видео. Тема «Свободная, но с ограничениями». Рикошет, красная краска и не паркур. Удачи! На этом все, друзья. Ставьте лайк выпуску, подписывайтесь на канал, если не сделали этого, и на уведомления, чтобы смотреть выпуски первыми. Мы иногда выпускаем их раньше. Пока! Неделю назад 2 Магнума запустили в воздух Васпа на космическом Рио. Вам нужно было угадать, где танк приземлится. Правильный ответ — С5. Встречаем победителей! Сегодня рикошетим!